Всем привет, с вами я, Саша, и я сегодня не одна, а с моей подругой Алисой. Привет. Как вы поняли, вы на канале Надежда Владимировна. Сегодня я не дома, а в городе Словении. Через 2 или 1 день мы уже отсюда уедем. И да, прости, что так давно не было видео, потому что... Ну, знаете, много дел у нас, и бассейн, и приключения, и еда, и все дела. Если вы слышите какие-то странные звуки, просто там наш друг, то есть мой друг, а для нее как брат, играет в одну игру. Давайте я вам, конечно, покажу, если получится. Вот так, можно? И что? Это их не игра. Прикол, типа, мне ничего не сказали, я сам это все сделал. Ничего. Пасхалочка. Это, кстати, пасхалка из первого же. Какая? Пошли. Короче, в общем, если вы не поняли, что это за игра, это была Itchy Dogs вроде. Потому что я не разбираюсь в таких играх. Серьезно? Чего смешного? Ничего. Наверное, все любят маленьких детей. Ага, конечно. Мне 5 лет. Тебе сколько? 5. Ей 5? Мне... Можно сказать, что мне 8, но на самом деле мне 7. Просто еще не скоро будет 8. Да. Но все равно будем считать, что мне 8. Что, пойдем? Куда пойдем? Я не знаю, куда пойдем. Мы не знаем, что мы делаем, потому что я как-то захотела снять видео на YouTube. А потом хочу заснять влог, что ли. Ну и так подумал, давайте влог. А почему сценарий не придумала? Хотя я всегда снимаю без сценария. Всегда. Это, да. Мы сейчас... Это не наша комната, мы сейчас в гости у друга, то есть в гости у Алисы, у Амира и у Аделя. То есть в гости у Алисы, у Амира и у Аделя. Это мои братья. Да. Аделя и Амир это ее братья. Арамис, это наш друг, он тоже в гости у Аделя, Амира и Алисы. Мы тоже в гости у Алисы, Аделя и Амира. Кстати, если вы не знаете, кто такой Амир, это Амир Бабков. Он снял одно видео, вроде там 1 лайк или 1 дизлайк. Это еще не помню, но посмотрите. Советую. Я, конечно... Про Лего. Да. Конечно, я не смотрела его видео до конца, вообще не смотрела. Но я попытаюсь его это найти. И да, не слушайте эти штуки там. Вот, телевизор говорит. Телевизор там говорит просто. И вот это просто мне прислали что-то, я не знаю что. Хей, ладно, пойдем отсюда. Бронежилет прокачай. Что? Хочешь на YouTube? Нет. Ты хочешь? Нет. Ты хочешь? Я это на YouTube. Пожалуйста, поставьте пальчики вверх и подписывайтесь именно на этот канал и на меня. И на Бабкова Амира подписывайтесь. Сейчас. Итак, подписывайтесь на мой канал, на Бабкова Амира. Он мой друг. А потом,
поставьте лайк этому видео, потому что если вы не поставите, Алиса расстроится. Пожалуйста, вот. И Бабкова Амира, пожалуйста, поставьте лайк. Я все равно была рада, когда я увидела 74 просмотра и 2 дизлайка. Мне это надо. Потому что, ну, пожалуйста, поставьте лайк, потому что Алиса расстроится, я тоже расстроилась. Я была больше смешная.